В регионе продолжается подготовка к единому дню голосования – 9 сентября. Сегодня издательский дом «Мичуринск» передал в облизбирком бюллетени для довыборов в Тамбовскую областную думу. Всего было напечатано 27 700 бюллетеней. Бракованные экземпляры и матрицу тут же уничтожили. Напомним, что тамбовчане, которые не имеют возможности принять участие в выборах в единый день голосования, смогут воспользоваться своим избирательным правом уже начиная с завтрашнего дня. Стартует досрочное голосование в рамках дополнительных выборов в Тамбовскую областную думу. Сейчас, да, входит в такую ключевую уже стадию работы непосредственно с избирателями, то есть за 10 дней. Избиратели имеют возможность прийти и посмотреть себя в списках избирателей, какие-то коррективы, чтобы можно было внести до дня голосования. Продолжается работа по обучению членов участковых избирательных комиссий. Ну, то есть работа идет полным ходом. 9 сентября финал. Сегодня же свеженапечатанные бюллетени были переданы территориальным избиркомам. Всего в единый день голосования в области пройдут 352 избирательные кампании. Это выборы депутатов местных представительных органов, глав поселений, а также довыборы в региональный парламент по нескольким округам.